Я так давно, если честно, не красилась на карантине. Здесь был, да. А вот это тоже мое? Да, все твое. Ни хрена себе ты. Игра крестики-нолики из Страдивариус. Господи, реально, любой вид спорта сейчас охренеть какой дорогой. Да, я и куча пакетов. Вы знаете, это момент, когда дети кричат за стенкой, а ты такой спрятался в ванной. На самом деле, когда ты очень плохо спишь, у тебя появляется очень куча всего на лице, всякой сыпи. Вот. И я себе обещаю в этом месяце, что я начну спать, хорошо питаться и вообще выстрою себе весь нормальный план. Не с самого начала, конечно, но наши разборы елочки, которая уже просто легла, посмотрите, она лежит уже на полу. Какая она была красивая в начале. Полина меня заставила это сделать сегодня. По-другому, и что ты смеешься? Не могу сказать. Сухоцвет. Это, как это сказать? Это же не ель, не елка, а пихта. И елка обычная, она осыпается, а этот просто, ну, в гербарий превращается, грубо говоря. И все. И, кстати, да, меня могут спросить, стояла ли она с водой. Она стояла с водой, она простояла почти 3 недели. У нас просто тут суховато. Наряжать всегда как-то более празднично, интересно. Вот разряжать не хочу. Вот видите, что она принесла. Вот такие секаторы. Да, я и куча пакетов. Представляете, это просто разборная елка. Блин, теперь надо как-то отсюда выходить. Душе не представляю, как. Ё-моё. Оп, оп. Вот они все там. Хоп-хоп. Как давно мы с вами не были в магазине? Значит, сегодня тот день, когда на улице -21. Дома, естественно, сидеть не хочется. Дети на даче. И ничего умнее, чем поехать в магазин и пошопиться, мне не пришло в голову. Поэтому сегодня немножечко вот магазинного вам представления. У тебя камера грязная. У меня камера грязная, она у тебя грязная. И у меня тут это вот. Ну, Полина там не любит шопинг, она показывает. Ну-ка, покажи. Чё все там? Знают, что я не люблю шопинг. Зато... Не прогрузился. Зато. Покрутись, Настюша. Ну вот, Настюша. И на этом не закончилось. Видите, теперь у нас одинаковые близнецовые шапочки. И еще третью ребеночку возьмет. Итого из запасов у нас получилось. Шлем для Роберта. Очки тоже для него из Декатлона. Что тут? Варежки. Игра крестики-нолики из Страдивариус. Заровские кофточки. Чика Бонита ванну, 2 шапки, 1 шапка где-то тут мне, что тут еще, джинсы и офигенный снуд. Прикиньте, в Заре снуд за 400 рублей. А еще стариковский подарок, вот такой. Не угадаете, что там никогда, потому что там вот такой коврик и крестики-нолики. Все. Все дела, все на электронных деньгах. Вообще, в самом начале. А если все зашли по 10 копеек, смотри, а для мужушки одна чушь. Какая задача, допустим. Маски там залетные. Вот. Блин, у них тут 200 долларов. А вот это тоже мое? Да, все твое. Ни хрена себе ты жаришь. Да. Блин. Уходи из игры. Мы теперь заживем. Все, можешь уходить. Неожиданно. Неожиданный поворот. Воскресенье вечер. Оказывается, знаете где? Старикова. Решила отмечать день рождения 3 раза. 3 раза. Почему бы не отметить 3 раза? Ой, короче, у меня после 2 месяцев запуска моего курса я не спала практически никогда, и сегодня я в первый день, когда я лежу утром, заказала себе фокаччу, включила телевизор, но я знала, что вечером мне надо убираться, поэтому я отдохнула, убрала всю квартиру, и теперь мы с вами отправляемся тусить к Таньке.
Я так давно, если честно, не красилась на карантине, что для меня сейчас прям и стрелки, и помада. Это прям что-то очень изысканное. Да еще и шляпа. В общем, я сегодня еще в таком вот виде. Ладно, все. Такси приехало. Я в минус 20 в ботиночку. Но я на такси туда обратно, поэтому все. Я вас оставляю с аппаратом здесь. Вик, смотри, все, я нашел. Это твоя семья? Конечно. Они очень смешные, конечно. Вау! Роскошь, ты чувствуешь преображение, чувствуешь мощь? Ты мне так нравишь, мою мочку, я чувствую. Да, мы здесь что-то будем. В общем, ты начинаешь двигаться, да, теперь? Да. И так. Ну, это капец. А, капец! Вот это лицо в шоколаде, которое пытается оторвать свой зуб. В этом доме ничего не меняется. Либо курим кальян, либо Полин печет что-нибудь. Пирожки с картошкой, как я вижу сегодня. Ну. Ой, Полин, как красиво ты кулебяки делаешь. Как вкусно пахнет. Это как ватрушки? Плюшки. Это пирожки с картошкой. Если ты не понял. А где мышка? В итоге у парня выпал зуб. И я ему сказала, что фея меняет на деньги зубы. И почему-то такая только сумма есть. Вот, так что я сейчас пойду ему спрячу под подушкой. Но считаю, что первый зуб, он самый серьезный. Герман прям на 95% его вытащил сам. В общем, пойдем прятать под подушку. Так. Так, тут темно. Опа. Беру вас сейчас на важную миссию. Мне нужно купить сноубордические ботинки, потому что есть в планах, в принципе, покататься в этом сезоне в Сочи, а в эти выходные поехать за город и покатать Германа в Москве в Сорочанах. Вот. А ботинок у меня нет. В прошлом году я пользовалась у подруги, но вот сейчас я решила это сделать. В Москве реально, мне кажется, года два не было настолько снежной зимы, что, представляете, я даже в Подмосковье хочу сейчас кататься на доске. Прижимаете ногу. Угу. И... Так. Зелененькие. Опа. Попробуй. Выбери здесь что-нибудь. Просто огромный магазин всего на свете. Даже балансборды есть.
наш любимый бордовый цвет, но такой зеленый. Господи, реально, любой вид спорта сейчас охренеть какой дорогой. То есть купить ботинки, купить сноуборд и крепление, это очень дорого. То есть я сейчас купила ботинки за 23 тысячи. Это единственное, что было на вот этих на Боа заклепках таких удобных. И то у меня была скидка еще 17%, я воспользовалась, чтобы полную экипировку купить. И при этом не париться, надо потратить, наверное, ну, 1070.